Прогрессивные методы переработки полезных ископаемых обсуждают в эти дни ученые стран Евразийского экономического союза. В Алматы в Институте геологических наук имени Каныша Сатпаева проходят традиционные плаксинские чтения. Ключевая цель – изучение развития научного наследия академика Игоря Плаксина в области переработки руд цветных, редких и благородных металлов. Ученые обсуждают результаты новейших фундаментальных и прикладных исследований в области переработки природного и техногенного минерального сырья, в том числе с применением нанотехнологий. Мы делаем, как говорится, обзор этих всех докладов, анализируем их, выделяем наиболее существенные достижения как в области науки, так и в области создания научно-технического задела для будущих новых процессов переработки. Часть тех исследований, которые сейчас мы прорабатываем, они сегодня не могут не реализоваться. Наука, она дает перспективу и, как я говорил, создает научно-технический задел. А экономика потом говорит, можно это использовать или нет, нужно или нет.